Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в конно-спортивном клубе Maxima Stables. И сегодня у нас в гостях судья высшей международной категории из Мексики, президент гран-жюри на Олимпийских играх 2016 года в Рио Марибель Алонсо. Здравствуйте, Марибель. Спасибо, что посетили Maxima Stables. Мы всегда рады видеть вас в нашем клубе и надеемся, что вы приедете к нам еще не один раз. Я бы хотела задать вам несколько вопросов. Во-первых, что вы думаете о профессиональном уровне российских всадников? Становится ли он выше? В первую очередь, я хотела бы поблагодарить вас за приглашение в Россию. Я всегда с большим удовольствием приезжаю сюда. Что касается езды, уровень российских всадников все больше и больше приближается к международному выездковому уровню. И профессиональные всадники, и спортсмены-любители очень быстро продвигаются вперед. Каждый раз я вижу улучшение у лошадей и у всадников. И, к слову, не только у иностранных лошадей, но и у российских тоже. Спасибо. Следующий вопрос. Вы работали с нашими всадниками на протяжении 3 дней. На что, по вашему мнению, им следует обратить внимание в первую очередь при работе с лошадью? Мне удалось поработать и с профессиональными спортсменами, и со спортсменами-любителями. И все они действительно хорошо воспринимали мои советы и рекомендации. Мы отлично поработали вместе. Я всегда стараюсь сконцентрироваться на базовой подготовке лошади и на тех проблемах, которые исходят как раз из базовой подготовки. И уже в зависимости от этого нужно корректировать систему тренировок. Спасибо. Что вы думаете о Maxima Stables? Вам понравилось это место? Это место удивительное. Это самый большой конно-спортивный клуб в Европе и, конечно, один из самых больших в мире. Более 50 тысяч квадратных метров под крышей — это просто неслыханно. Это место, где есть все и по самым высоким стандартам. Большое спасибо. Позвольте поздравить вас с назначением на пост президента гран-жюри по выездке на Олимпийских играх 2016 года в Рио. Поделитесь, пожалуйста, с нами вашими ожиданиями по поводу этого события. Конечно, немного волнуюсь. Олимпийские игры — это всегда важнейшее событие в спортивном мире. У меня уже есть опыт участия в Олимпийских играх в Лондоне, где было потрясающее шоу. И возможность поучаствовать в еще одних Олимпийских играх — это замечательно. Я думаю, что они будут отличаться от лондонских, потому что они будут проходить в другой части мира, близко к той, где я родилась. Но в любом случае, это будет фантастическое шоу и невероятный опыт. А мы с вами прощаемся. Ждем всех Maxima Stables.